Крошка Антошка ТВ представляет. Вот троллейбус едет по городу. Каждый троллейбус имеет свой маршрут, а у каждого маршрута свой номер. Первый маршрут. Маршрут номер один. Троллейбус номер один. Он едет по первому маршруту. Это второй троллейбусный маршрут, номер два. А вот троллейбус, который едет по второму маршруту, это троллейбус номер два. Третий троллейбусный маршрут вот такой, номер три. А вот и троллейбус номер три. Он едет по третьему маршруту. Троллейбусный маршрут номер четыре. Четвертый. Этот троллейбус едет по четвертому маршруту, поэтому номер этого троллейбуса четыре. Пятый маршрут вот такой, номер пять. А это троллейбус номер пять, пятый троллейбус. Он едет по маршруту номер пять. Шестой троллейбусный маршрут, номер шесть. Номер этого троллейбуса шесть. Это шестой троллейбус. Седьмой маршрут обозначается цифрой семь. Троллейбус номер семь едет по седьмому маршруту. Восьмой маршрут для троллейбуса номер восемь. Вот троллейбус номер восемь, который едет по восьмому маршруту. Троллейбусный маршрут номер девять. Девятый маршрут. По девятому маршруту едет троллейбус номер девять. Вот и десятый маршрут. Маршрут номер десять. Троллейбус номер 10 едет по 10 маршруту. Ну что, какой мультик ты будешь смотреть дальше? Выбирай, жми на картинку. Подпишись на наш канал.